Здорово, ребятки, с вами Битард671, поэт, философ и музыкант. И в этом ролике я играю за Энни в Лигу Легенд. Продолжаю снимать свои замечательные летсплеи. В общем-то, если вы хотите со мной сыграть и увидеть себя в видеоролике, то вы можете добавить мой аккаунт в друзья. Вот он, видите, да? Вот мой никнейм, его добавляете, и, короче, можно будет сыграть. Собственно, играю в основном я с 11 вечера до где-то 10 утра. Блин, на улице какая-то собака гавкает, наверное, вы это услышите. Очень громко, потому что у меня микрофон достаточно чувствительный. Вот, играю до 10-11 утра, с 11 вечера. Чаще всего никого не вижу в онлайне. То есть редко-редко там 1-2 человека. Давно еще, когда стрим как-то проводил, там несколько человек добавилось, наверное, человек, не знаю, 15-20 где-то точно. Там список длинный. И постоянно все в офлайне. То ли эти люди уже давно не играют в LoL, то ли потому, что у них скрыто их скрытых статус. Они показываются как вне сети. Вот. Кстати, Энни это был первый персонаж, за которого я играл. Как раз таки на стриме-то я и установил LoL. Вроде как играл в Доту, снимал видео, да, и потом решил установить LoL, потому что все там просили, типа, давай в LoL, может быть, там что-то получится. И первый человек, за которого я сыграл, первый чемпион, это была Энни. Вот, и больше, кажется, я не играл в Лигу Легенд. То есть буквально пару каток, потому что мне в первую очередь не понравилось то, что была какая-то убогая обводка. И казалось, что это какой-то мультик, что ли. То есть не было похоже на 3D-графику, как это обычно бывает в играх, типа Доты. А сейчас, когда я установил, да, я посмотрел, там оказывается в настройках, ну если разобраться, там оказывается есть отключение обводки, да. И в целом по графике даже очень сильно похоже на Доту. Да, ну кроме, конечно, вот этих больших ников, которые над головами. Конечно, их можно отключить, но потом будет казаться, что ты играешь с ботами. Так что вот, если хотите сыграть, то давайте добавляйтесь. То есть с кем я только не играл, какие люди только тут не были. Но в основном именно к утру где-то народ приходит. А так в основном ночью никого нет, все спят.
убили, к сожалению. Но одного успел захватить. Так, куплю, наверное, ботинки с магическим пробиванием. Также вот эту вот книжку. Сейчас не буду особо выпендриваться. Буду покупать то, что здесь советуется. Медведь, давай гаси их. Не, не получилось. Только зря полез, короче. Наверное, на сегодня это последняя катка, потому что я уже, наверное, 10 или 11 штук за сегодня играл. И в среднем они где-то по 20-40 минут, и они прям реально выматывают. Особенно говорить что-то. Поэтому в некоторых, например, большую часть времени я сижу и молчу, потому что устаешь. Я не знаю, можете к этим видео относиться как, я не знаю, к летсплеям или как к стримам. Вот, например, же есть люди, которые сидят, стримят. Я просто посмотрел всякие видеоролики популярные, там, по Доте, по Лиге Легенд. Ну, то есть именно записи стримов, там по 100 тысяч просмотров, там по 50 тысяч, и там всякая ерунда, типа там чувак просто сидит, молчит, залипает, и не скажешь, что там, например, у него там хороший счет какой-то, да. Просто сидит, залипает, выложил видео, и там дохренища у него просмотров. Так, медведь еще не восстановился. Да, и у меня магической силы особо нет. Поэтому он, наверное, будет очень слабым. Нанося 10 плюс 3 магического урона, а также наносит 50 плюс 4. То есть ерунда вообще какая-то. Что это за звук был? Какая-то музыка. Ну, я пытался спасти. Там кое-как стрелял назад.
Но не помогло это. Убегаю. Убегаю, убегаю, убегаю. Убегаю. Или нет, не убегаю, атакую. Атакую, уничтожаю. Или нет. Или нет. Медведь, давай. Короче, я пошел на базу. Закуплюсь чем-нибудь. Так, сравнить свой счет с другим счетом. Ну, у меня меньше всего смертей. Вау. Удивительно. Так, что купить? 60 сил умений. Хотя, наверное... Надо было купить вот эту штуковину. Там еще пассивка, типа, скорость движения. Что ли? Не могу понять. Опять какая-то музыка. Что это такое? Куплю книжечку. У меня, кстати, потихонечку начал разваливаться второй стул. Не знаю, кто-то давно, наверное, может быть, смотрел мои стримы. И там в одном ролике вы, наверное, слышали звук, как стул лопнул. И я даже потом снимал видео о том, что, типа, у меня там железяка одна отвалилась, да. На лайв-канале вы можете посмотреть. Я там делал обзор нового стула, но он уже был не подвижный, да, а тот, который литой, как типа офисный, дешевый. И, походу, он тоже начал разваливаться потихонечку. Получается, где-то около года отслужил. И на этом все. Блин, не выдержал. Медведь, давай. Убивай.
Нажал на исцеление, попытался убежать быстрее, но что-то нифига не сработало. Обычно срабатывает. Какой-то опасный поц. Ну, мне что-то кажется, мы 100% проиграли. Какие слишком сильные соперники попались, видимо. Нифига не. Офигеть. В общем, с вами был Битард671, поэт, философ и музыкант.